Добрый день, меня зовут Гончарук Артем. Я окончил МАМИФИ в 2012 году. На последнем курсе обучения я имел возможность проходить производственную практику в госкорпорации «Росатом», где я и работаю уже на протяжении почти 8 лет, из которых 2 года мне посчастливилось работать в офисе «Росатома» в посольстве России в Индии, и вот уже полгода я являюсь заместителем представителя «Росатома» в Китае, вторым секретарем посольства России в КНР. Хочу сказать за это большое-большое спасибо всем моим преподавателям МАМИФИ, которые дали мне эту замечательную подготовку. Сейчас в своей каждодневной работе я использую абсолютно все те знания, которые я получал в ходе обучения на МАМИФИ, и даже некоторые предметы, которые на тот момент, может быть, казались нам несколько непонятными с прикладной точки зрения, там, как, например, интеллектуальная собственность или конституционное право зарубежных стран. Все они мне, безусловно, пригождаются в работе сейчас, и зачастую я жалел, что не смог вынести для себя еще больше. Ну а главное преимущество, конечно, которое дало мне МАМИФИ, это китайский язык. Китайский язык теперь составляет вообще, в принципе, основу и всю мою работу. Поэтому я считаю, что ему открывает множество дверей для любого целеустремленного, амбициозного студента и, в принципе, является прекрасным выбором для продолжения обучения